Веков связующая нить. В проекте благоустройства города на Волге сплетаются современные решения, например, видовые обзорные площадки и исторические мотивы, например, стилизация объектов под бочки, намекающие на бондарное ремесло, коим в прошлом славился Мариинский Посад. Благоустройство общественной территории города Мариинский Посад расположено в исторической части города, на берегу реки Волга, по улицам Набережная и Ленинская, где сосредоточены все основные культурные, досуговые, исторические объекты и памятники города. В проекте учтен новый логотип города. Это вензель из начальных букв М и П, который, кстати, весьма схож с вензелем императрицы Марии Романовой, давшей имя городу. Кстати, в этом году, 1 августа, Мариинскому Посаду исполнится 400 лет. Цель создания единого туристического продукта, чтобы жители города Чебоксары и Чувашии могли посещать Мариинский Посад на выходные дни, чтобы туристы по реке Волга, их поток составляет на текущий момент 40 тысяч человек, а могли спокойно проводить время в Мариинском Посаде. В случае победы город может рассчитывать на 45 миллионов рублей из федерального бюджета, чтобы воплотить проект в жизнь. Стоит отметить, что в 2020 году от Чувашии в число победителей всероссийского конкурса уже вошли города Канаш и Алатырь. Ирина Волкова, Алексей Зотиков, Андрей Спиридонов. Республика.